Ребятушки, привет! Приобрел себе вот такой вот пледик. Пледик Влади Эльф из новозеландского овчины, из овец, короче. Размер 1140 на 200, то есть почти 1,5 метра на 2 метра. И видим, что это самый маленький размер среди возможных, да? Ну, зачем использовать плед, когда сидят в кресло-качалке, возле камина, укрывается, в общем, для людей, кому за 70 лет. Вот, а мне уже на днях скоро будет. Поэтому вот приобрел. Так, давайте я его распакую. И все это мы проверим. Так, распаковали. Бирочка. Так, отрывать не буду, вдруг мне не подойдет, чтобы поменять. И смотрите, а, тут кордонка вставлена, поэтому он для сохранения формы. Так, этикеточку убираем. Так, ну видно, что шерсть такая новенькая, отличненькая. Такой классической расцветочки. Так, смотрите, тут он сложен два раза, давайте замеряем размеры. Ага, ну вот они, 70, то есть это в два раза сложено, я разверну, будет 1,40 м, а длина, так, ну что-то у меня вроде как 2 метра не получается, хотя я и не идеально меряю, но все-таки. Так, а с длиной... Нас либо надурили, либо, смотрите, это длина вот этих рюшечек. Вот, да, и тогда получится все-таки 2 метра. Давайте проверим еще раз. Да, вот 1,80 м, ну, короче, учитывая рюшечки, где-то 2 будет. Поэтому, если покупаете пледики, учитывайте, что это вот такая вот длина. Так, вот эта кордоночка. Так, ну вот такой обзор получился. Ткань приятная. Дырок нет. Ну и все. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.